Что нужно делать в первую очередь, когда чувствуешь, что уперся в потолок? Если вы занимаетесь бизнесом, да, и вы чувствуете, что вам нравится этим заниматься, вот, что это ваше, вот, он железно будет успешным. Если вы занимаетесь бизнесом как средством для существования, вы занимаетесь бизнесом, который, может, даже и получается у вас, но не вызывает у вас вот такого драйва, да, не вызывает у вас такого волнения, значит, это не совсем ваш бизнес, ребят. Вы выберите то, что вам нравится, и направьте усилия туда, и я уверен, что у вас получится гораздо лучше, чем вы будете продолжать двигаться по накатанной. Вот, наверное, что бывает, когда вы упретесь в потолок. Вы посмотрите, может быть, вы не в той комнате.